Эй! Где они? Давай потише, пока не ясно, что происходит. Так, вот хорошее место. То, что надо. Фигня какая-то. Тут только всякая медицинская хрень. Так странно.
Похоже, они собрали манатки и скрылись. Может, не все. Держись рядом. Трупов нет. Это хорошо, да? Если узнаем, куда они ушли. Чёрт! Наверное, это щелкуны? Нет, щелкуны не прячутся. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Будем искать, что-нибудь найдем. Ради нас жизнь.
Хорошо, что мы не стали злить макак. Он не сказал, куда они ушли. Да, будем искать дальше. Уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер. Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись! Это что за уроды? Неважно. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда.
Дерьмоед. Черт! Господи! Что мне делать? Уходи. Что? Уходи. Тюнели. Ладно. Давай, готов? Раз, два, три. Где чертова лошадь? Никого не видно. Пошли. Джоэл, как дела? Я цел. Я цел. С окном справишься? Ладно. Господи, двигай, двигай! Я тебя вижу. Черт! Так, оставайся здесь. Я сбоку зайду. Элли. Черт. Ты убил моих ребят, падла. Ты хочешь по-хорошему? Ух ты! Нужно тебя вытащить. Нормально. Нет, Джоэл, ни хрена! Пошли! Двигай! Здесь никого. Быстрее! Все отлично. Так держать. О, давай, опирайся на меня. Нет. Идти можешь? Да. Тогда иди, мать твою! Давай, уже близко! Эй! Эй! Джоэл! Сзади! Что? Элли! Назад, говорю! Береги! О, черт! О, черт! Клади руку на плечо. Так, пошли. Клянусь Богом, я тебя вытащу. Ты мне еще споешь. Ну да. Жди здесь. Я открою дверь. Не спеши. Давай. Не понял. Давай. Ты иди ко мне. Так. Залезешь? Давай.
кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай, ну вставай ты. Джоэл. Невелика добыча. О. Ты его спугнешь. Ну где ты? Вот ты где. Держи ровно. Есть. Ровней. Вот ужас. Как ты еще жив?
Что тут было? Я скучаю. Надо же быть такой дурой. Зачем я тебе это сказала? Надо починить. Я стараюсь, как могу. Зря я тебе сразу не отдала. Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. Круто! Кто там? Выходи! Тише! Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим за это мясо? Оружие, ткань, пули... Лекарства! Есть антибиотики? Есть. В лагере. Пойдем вместе Никуда с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад.
Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Ну вот. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. Пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Главное, не дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Следи за окнами. Ладно. И наверняка. Мне не стоит. Они внутри! А ведь правда? Стреляешь ты получше меня? Помоги мне! Давай, давай! Черт! Браво! Спасибо! За мной, сюда. Ладно.
Куда мы идем? Блеск! Очень кстати. Никого. За мной. Иду я. Как настроение? За меня не волнуйся. Так, смотри под ноги. Не отставай. Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны. Уходи! Как? Вот ты где! Бежим! Дверь вон там! Выход так близко! Надо наверх! Нам бы ту лестницу. Вон, давай, подсади. Готово? Угу. Держи. Бегом. Не наткнись на зараженных. Да знаю. Все нормально? Да, порядок.
Так. Держи. Осторожно. Ну. Сюда. Ну, пойдем. Пойдем здесь.